покруче, покруче. Скачивай. А у нас где конечный пункт, пожалуйста? А вот и самодура! Самодура в багажнике! Я абсолютно не политичный человек. Я православный христианин. Я увидел здесь изображение распятие богохульное. Я решил ее сорвать. Чистоту наводить. Где? В Москве. В стране. Поедем? Вышли. Это уместно. Это супертанк. И возможность его безгранична. В русской фонетике красный — это какой? Красивый. Красная площадь, краснодевица, красные шарики. Вот. А поэтому они красивые. Я же художник. А художники любят красный цвет. Налево. Потому что я тиран. Дорожник с компроматом. Это охранник, хозяин, это местечковая власть. Это коррупция, это болото. За что нас поглотило, мы в этом сидим. Просто по уши вообще все. То есть мы приходим с каким-то определенным проблемом, а он говорит, нет, я решаю здесь все. То есть вот что это. А почему он в кресле? А потому что это, он приобрел так называемое болезненное просветление. То есть он пишет на ладошке тебе, быть человеком — грубая ошибка. Расскажите, зачем вам свой необитаемый остров? Всем нужен необитаемый остров. Вам тоже наверняка. Это же символ приватности. Вы расскажите, зачем вам нужен? От чего бежать будем? Ни от чего. Вы хотите уединиться. Вам нужен свой остров. Вот, пожалуйста, он у вас есть. Свой. Можете в любую часть города его доставить. Он должен не только быть среди океана, а может быть среди городского океана, как он, правильно? На перекрестке всех дорог. Вот как сейчас мы стоим в центре огромного города. И при этом необитаемый остров. Стоит ногу поставить сюда, вы себя почувствуете свободно. Здорово, можно поставить? Можно. Очень хочется можно почувствовать. Сесть. Боже, я уже чувствую. Улыбаются наши девочки. Каждый сам про себя загадывает, и все мы, наверное, знаем, о чем. А вы о чем загадались? Или что сделать? Ну, я не буду говорить вслух, потому что говорят мне политическая акция. Ну, хорошо. Написано «Свечать». Наши жизни, когда красивые какие-то ложные обещания,